Анна Лаврикова, 16 лет, село Ленинское, Ленинский район. Видите в людях только лучшее и непременно выражать это в словах. Для Ани Лавриковой это главный девиз жизни. Со стороны кажется, что сама Аня и есть олицетворение того душевного тепла и добра, о котором она пишет в своих стихах. И во многом, благодаря такому удивительному взгляду на мир, ее работы получили признание на конкурсе «Преград нет». Наше солнышко, можно сказать, да, в семье, да, с рождения. Вот, своя какая-то у нее вот с детства непосредственность, что ли. Сейчас она, конечно же, уже взрослеет, она уходит, эта непосредственность, старается как можно лучше выполнить всегда задание. Не любит, как будто очень переживает, когда кого-то расстраивает. И Аня знает, что такое внутренняя сила, которая, по ее мнению, может быть у каждого, кто этого действительно хочет и готов работать над собой. Мне кажется, себя побороть свои страхи, потому что если ты не поборешь то, чего ты боишься, это тебя сломит еще больше. Верить в свои силы, и чтобы родители тоже в тебя верили. Ее победы – это моменты вдохновения, когда рождаются нужные строки. В Анином портфолио сотни стихов, и что особенно впечатляет, большая часть из них посвящена родине. Крым – жемчужина России, место редкой красоты. Здесь Святую Русь крестили, стали все едины мы. Здесь Севастополь, в котором деды погибли в бою. Они от беды защитили землю родную мою. Крым в моем сердце навеки, горы, леса и поля. Лучшее место на свете – это Таврида моя. Сама Аня – сильный человек, а помощь ей нужна только в виде внимания. Такие конкурсы, как «Преград нет» – это и есть внимание. Это честь была для нас прежде всего, да, потому что так вот увидеть, как говорится, первые лица нашей республики и вообще познакомиться с участниками, увидеть, как вот, какие у нас все-таки детки талантливые на самом деле, было очень приятно. Запомнилась, наверное, встреча именно с детьми, которые как-то по-особому воспринимают вообще реальность, что вообще происходит в мире. То есть у них какой-то свой абсолютно неповторимый взгляд на какие-то вещи, на какие-то ситуации. Анечка в этом году является стипендиатом премии Государственного совета Республики Крым. Ежегодная стипендия присуждается деткам лучшим, которые заслужили за год. И вот, собрав целое портфолио Анина, мы решили, что она будет у нас кандидатом. И в этом году она уже получает стипендию. Внимание и любовь неравнодушных людей, которые могут по достоинству оценить то, что, несмотря на любые трудности, совсем юный человек уже видит и знает, как может своими поступками сделать мир лучше.